тобой звездопад, два билета на паром. Танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняем города, обстоятельства на сон. Откровенно я вчера, ты сегодня мне никто. Отпечатки на руках, заводной магнитофон. Время тихая вода, утекающая вон. Кто не видит в небе знак, потеряет восемь ног. Снова в мире пустота, а в медузе осьминог. Медуза, 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 медузья. Медуза, медуза, медуза. Медуза, медуза, медузья. Медуза, медуза. Не по-доброму смеясь, нажимаю на курок. Интервью нам дает Илья Игоздинский, игрок команды «Мечтатели». Илья, как игра складывалась? Поделись впечатлениями. Ну, игра складывалась сначала не очень. Сначала пропустили один гол, но потом собрались силами. И все, наши силы, все сделали, что могли. Упали. Сколько забили сегодня? Передачи дали. Считали вообще? Два гола. Одна голевая. То есть удачный дебют, поздравляем вас. Сложно было влиться в новый коллектив? Ну, как бы, не очень легко, но стараюсь. Кого-то, может, отметить в своей команде еще? Кто у вас сегодня лучше был в составе? Ну, лучший игрок, как бы, для меня пока что Никита Конопа, есть к чему стремиться. То есть выделялся сегодня? И тактика, и владение мячом, да. Угу. Как оценить игру соперника? Сложно было играть? Ну, с какой-то стороны, да, сложно, как бы. Тоже боролись, видно, что были заряжены на победу. А вот расскажите тот эпизод, когда уже мяч, казалось, в ваши ворота залетает, и вы каким-то чудом, как это сейчас случилось, я помните? Я сам не знаю, как это получилось, конечно. Это все было на адреналине, на эмоциях, просто везение. А, то есть очнулись, а мяча в воротах нету, да? Да. Ну, поздравляем с таким удачным дебютом, удачи вам в дальнейших играх. Спасибо. Спасибо.